Поклеили обои, положили линолеум, поменяли окна и сантехнику. За счет средств местного бюджета комитет ЖКХ отремонтировал 9 квартир ветеранов Великой Отечественной. На эти цели в 2016 году заложено почти 700 тысяч рублей. Потрачено пока 360 тысяч. Все по муниципальной программе «Социальная поддержка населения», которая рассчитана до 2020 года. Здравствуйте, Зинаида Сергеевна. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня пришли доделать ремонт в туалете и ванной, помыть комнаты после грязных работ. В крохотной квартирке ветераны Великой Отечественной теперь покрашенные полы и трубы, новая плитка в ванной, свежие обои в туалете. Ремонт делали недолго. Много времени ушло, чтобы избавиться от старого хлама. Грязи очень много вот отсюда набирать. Выгребаем все это отсюда. То есть много сразу надо убрать? Угу. Да? Старенькие все. Ну так нам нравится с ними работать. Они очень радуются, пишут и плачут, когда уходят, и мы плачем. Лидия Степановна – труженик тыла. Работать начала во время войны еще ребенком. Ее отец погиб на фронте. Муж Виталий Иванович Порывкин с войны вернулся, в мирные годы работал на «Звездочке». Сейчас Лидия Степановна живет одна. Сын и внуки в Новосибирске. Приезжают раз в год. Ремонт в квартире не делали 20 лет. Мне девочки говорят, так тебе сделали красивую кухню, зачем тебе старая мебель? Новые обои вдохновили Лидию Степановну Порывкину на новую мебель. Теперь даже по ночам она сидит на кухне и любуется ремонтом. А еще коридор и туалет освежили. Покрасили двери, положили линолеум, потолок и поклеили обои. Расцветки подбирали вместе с хозяйкой квартиры. Они меня свозили на машине, зашли в магазин, и они советовались со мной. Но я говорю, я лучше вас послушаю. И они выбрали самый хороший. Покрасили, но так мне все нравится. Быстро сделали? А? Быстро сделали? Быстро. За неделю все сделали. Рабочая группа выходит на квартиры, осматривает помещение, составляется акт. В этом акте содержатся виды работ, объемы. Эти акты согласовываются с самими ветеранами. Вот. И перечень работ обычно минимальный, которые требуются для того, чтобы привести квартиру в надлежащее состояние. Комитет ЖКХ работает с заявками, которые предварительно поступают в Управление социального развития, опеки и попечительства. За счет бюджета могут сделать косметический ремонт инвалидам и участникам Великой Отечественной, блокадникам Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, ветеранам боевых действий, членам семей погибших ветеранов, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Заявления принимаются в администрации города на Плюснина 7, кабинет 311. Валентина Приходько, Владимир Богомолов, Родион Саханько, Вестник Северодвинска.